Новый год – это время для того, чтобы ставить галочки рядом со списком целей. В декабре традиционно принято оценивать свои успехи, достижения и прогресс. А чем запомнился уходящий год улан-удэнцам, узнаем прямо сейчас. Оцените по 10-бальной шкале этот год. 200 баллов. 200? 400 баллов. 500 баллов. На пятерку? 0. А почему 5? Почему не выше оценка? Больше 5. Ты что, сколько, 10, что ли? Да, по 10-бальной шкале. А, ну, 10 тогда. Ну, у нас-то 10. Однозначно. В смысле, ты считаешь его удачным, что ли? 6. 10. Такой хороший год у вас был? Конечно, отлично был. Ой, не, как бы. Что вы в этом году сделали, за что вы сами себе благодарны? А за смелость, за терпение. Алексей Цуденов много чего сотворил. Хорошего. Конкретно я начала принимать себя вообще со всеми своими слабостями. Вот я вот себя за это хвалю. Я молодец в этом году. Да, я молодец, да. У нее вот по работе прорыв случился. Почему это? Ну, я здесь построил дом себе. Давно хотел об этом. Я себя хвалю за то, что мне удалось начать выпендриваться еще больше. У меня появилось больше возможностей. А если еще что-то клюет? Что у меня там все? Что-то произошло такое вот в этом году, что вы никогда не забудете. Вы всю жизнь будете помнить. Да. У нас родился внук. Лично для меня это работа. Я работу нашел нормально. Поездка в Геленджик. Что там такого произошло? Сам Геленджик. Хороший. Хорошего? Ну, можно и плохого. Плохого? Я диплом сдал. Какие планы? На завод пойти. Можно вас спросить? Я торопился. А мы с вами будем торопиться? Вам не холодно тут? Не-не-не, не надо меня снимать, я с магазина. Дальше мы вам зайдем. Не надо. Если бы этот год был человеком. Это такая маленькая-маленькая девочка, наверное, изначально, да, на первый взгляд. Потом, когда в случае какой-то опасности или просто какого-то трэша, эта маленькая девочка достает щит, увеличивается просто в 10 раз, становится больше. Мужчина, наверное. Старый человек и, возможно, со старческим маразмом. Зеленая форма военная. Пожилой, слабенький, недалекий, неумный. Характер? Думаю, самый отличный. Спокойный. Мужчина, 25 лет, среднего телосложения. Вот, блин, так могу писать. Это вы себя описали? Нет. Никакой, в общем. Что там друзья уж смеются? Они тоже, наверное, ответить хотят? Не, они не хотят ответить. В этом году выстрелили именно женщины, да? Ты так не считаешь, мне кажется. Потому что, ну, сложная ситуация у нас сейчас. И женщины показали себя как очень сильные существа. Поэтому год был потрясающий. Существа. В частности, мы. Вы оптимист. Но. Girl power, все дела. Girl power. Да. От каких-нибудь вредных привычек избавились за этот год? Я много пил раньше. Сейчас не пью. Отказался от вредной привычки. Люди, даже соседи сказали: Коля, давай, перестань пить. То есть, ну, я и послушался. Поэтому... Начинать что-то новое — это действительно год какой-то такой трансформационный, очень продуктивный и просто потрясающий. Да. Это вы. Оригус — лучший канал. Кому-то этот год показался тяжелым, для кого-то он был удачным, но одинаково для всех запоминающимся. А у вас осталось еще 2 недели, чтобы закончить начатое и с новыми целями ворваться в 2023. С вами были Екатерина Быкова, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Мы просто суперзаряженные женщины, понимаете, вот эта жесть.